Привет всем. Аккумулятор, блин, у меня сдох. Забыл выключить фары и простоял всю ночь, блин. Смотрите, что происходит. Минус подключил. Вот, зарядное устройство как бы работает, видно, да? Смотрите, заряда нету никакого. Ноль полный. Ничего не горит. Это означает о том, то, что у нас весь электролит осел вниз. Сверху дистиллированная вода у нас. Попробуем мы с вами оживить таким образом. Попробовать его разболтать. По крайней мере. Снизу вверх так вот как-то пошевелить. Ребят, что делаю, пока сам не знаю. Ну, будем пытаться. Прошло в районе 10 минут. Операцию продолжаем опять. Переворачиваем, шевелим. Кстати, чуть-чуть, смотрю, утечка есть. Он шипит, кислота. Еще минут на 10 оставим, посмотрим, что будет. Ребят, прошло еще в районе 10 минут. Не засекаю, так примерно на глаз. Сейчас потрясем его. Будем попробовать подсоединять. Так. Видно. Моргает красным. Должно загореться красным. Если все нормально. Если не нормально, то будет вообще ничего не гореть. Так. Так видно здесь, не видно. А вот, видно, светодиод моргает. Кстати, что-то он там пытался. Видно, контакт был плохой. Не, ребят, пока ничего. Значит, что делаем? Отсоединяем и даем ему еще постоять какое-то время. Ребят, прошел час. Пробуем, что сейчас будет. Вот опять моргающий сигнал у нас. Так, берем минус на минус, втыкаем. Все, в итоге у нас аккумулятор мертвый. Отсоединяем. Есть такой вариант, что надо повысить электричество. Где-то до 17-16 вольт. И тогда он якобы как бы оживет. У меня этого нету. Будем подсоединять сварочный аппарат. Что будет, я уже не знаю. Ну, уже терять нечего. Ребят, в итоге открутил заднюю часть, я вот эту, чтобы можно было клемму приложить получше. Минус на минус. Плюс на плюс. Так вот сейчас. Включаю. Сейчас пару раз так и посмотрим, что дальше будет. Будет заряд принимать или нет. Ну, трех раз, я думаю, достаточно должно быть. Так, все, выключаю. Теперь мы снимаем клемму. Так, у нас опять моргает все как надо. Включаем зарядник. Обычный. Что-то, ребят, непонятно. Показывает, как будто нифига ничего не работает. Но что-то красное, кстати, горит. Не могу понять, быстрый. Ну-ка, сейчас. Так, еле-еле. Ну, давай. Так что же было же. Ну и все, сейчас оставлю на зарядку, вот так вот, пусть моргает, не знаю, что из этого выйдет. Дальше уже будем сами смотреть с вами. Вот смотрите, видно вам, нет? Не знаю, получится, что не получится, уже вместе увидим. Ребят, прошло в районе 7-8 минут примерно, там не меньше, ну не больше 10. Индикатор заряда показывает, вот горит красным, что как бы аккумулятор принимает зарядку. Ну, будем дальше смотреть, следить. Ребят, в итоге прошло много времени.
Я здесь вот написал в 12:30, я его поставил днем. Сегодня, сейчас где-то в районе 6 утра светит зеленым датчик. Это говорит о том, что аккумулятор удачно зарядили. Сейчас я уеду на работу, отключу его. И после работы будем заводить, смотреть, ушло электричество или нет. Будем устанавливать аккумулятор. Он постоял где-то в районе 12 часов. Я периодически, когда он заряжался, подходил, смотрел. В районе 7 часов я успел посмотреть, потом дальше уснул. Утром рано проснулся, посмотрел, уже светится зелененьким. То, что как бы зарядка прошла успешно. Сейчас поставим, попробуем его завести. Как раз он, если бы что-то плохое с ним произошло бы, или произошло, то он не должен уже, наверное, в себе иметь энергию. Ну, сейчас посмотрим, что получилось у нас. Сейчас вот слышно, что искрит, как бы электричество есть, но посмотрим на запуск двигателя, как это повлияет. Сварочный аппарат был почти на максимуме у меня. Пробуем заводить. Так что, ребят, такая вот тема. Все у меня получилось. Если у кого-то такая проблема, берите сварочный аппарат и делайте, повторяйте за мной. Ну все, кому была полезная информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.